Друзья, доброго времени суток! На моем закрытом канале на Бусти вышло новое видео о мигрантах. Решили сделать расклад на столь острую тему, так как огромный ввоз мигрантов в Россию и лояльное отношение к ним правительства создает прекрасную почву для преступлений мигрантов против коренного населения Российской Федерации. Одно из последних произошло в Электростали, где двое неизвестных лиц, сторонники шариата, скальпировали молодого человека, уроженца России, за его неформальную прическу. Узнаем, каковы истинные цели неограниченного ввоза мигрантов в Россию и чем это грозит коренному населению страны через несколько лет. Подписывайтесь на Бусти, если вы живете в России, если вы смотрите меня из другой страны или республики, напишите мне в личку, ссылка на телеграм-канал личный указана в описании под этим видео. И я добавлю вас в закрытый телеграм-канал, чтобы вы просматривали те же видео, что есть на Бусти. До новых встреч, друзья! Перейдите по ссылке на закрытый канал на Бусти, ссылка находится в описании к видео. Подтвердите, что вам есть 18 лет. Выберите язык, английский или русский. Опуститесь чуть ниже к скрытым видео и нажмите кнопку «Подписаться». Зарегистрируйтесь и введите код из СМС. Введите ваше имя или ник. Вы попадете на окно подписки. Выбираете период подписки от 1 до 12 месяцев. Нажимаете «Купить подписку». Выбираете способ оплаты и подтверждаете ее. После этого по ссылке вам доступны видео. Приятного просмотра!